Welcome back to the Rolling Ground Newscast, where we talk about all the latest news regarding the recent war efforts. The Red Army is strong, and we have lots of good news for you. We'll be highlighting the Red Army's newest effort, Operation Uranus, and we'll be joined shortly with a special guest who will provide some more insights. As most of you know, the Red Army has been under siege for 3 years now, and the situation has been dire. The German 6th Army has been relentless and needed to be stopped. Commanders Zhukov and Vasilevsky worked out a plan that would counterattack. The Red Army was to encircle the weaker parts of the army from the north and the east, and use the momentum to slowly defeat the German army and end the siege. Unlike Hitler's armies, we are strong, united, and learn from our mistakes. Each operation becomes more and more successful, and this one is no exception. Stalin, great father of our nations, approved of this plan, and we are set out to do what was needed. On the days before Operation Uranus, Kuchkov encouraged our troops to openly display defensive positions in hopes to catch the Germans off guard while the Red Army attacks. This morning, the Red Army set off in their defensive position, and we caught them completely off guard. It was a huge success. Just like that, we went from being utterly defenseless and offenseless to winning a major victory and destroying the entire 6th Army. Countries involved included Germany, Italy, Romania, and Hungary. But the Red Army single-handedly laid victory against all and reclaimed the land that has always been ours. Hey listeners, in case you're just joining us, welcome to Rolling Ground News. I'm here with Ivan Denisov, a soldier for the Red Army. He just got back from a deadly operation and will tell us about his experiences. Что повысило мораль и помогло вам отбить Сталинград? Отступая, мы насмотрелись фашистских зверств. Когда видишь, как в парке висят повешенные молодые девушки и дети, этого уже не забудешь. Политруки Красной Армии повышали боевой дух, распространяя информацию о фашистских преступлениях среди солдат. Коммунисты шли в бой первыми, чтобы вдохновить остальных. Впрочем, было бы позорно, если бы они этого не делали. Что вы помните о самой битве? Больше всего в память врезалось то, что это была жестокая и кровавая битва. Возле меня подбили наш танк, и лишь 2 члена экипажа выбрались. Остальные сгорели заживо. Помню, как возле нас падали тела убитых и раненых людей, когда мы двигались короткими перебежками под вражеским огнем. Какая часть операции была самой напряженной? Когда из района Грачевой Балки нашу дивизию перебросили в район Дона, я натерпелся во всякого ужаса. 19 ноября 1942 года наши «Катюши» и остальная артиллерия нанесли мощный огневой удар по воинским позициям противника, где оборонялись румыны. Наши войска тогда прорвали немецкую оборону на узком участке и двинулись в сторону Сталинграда. Помню, наша конница на монгольских низких конях ускакала вперед, а наши пушки отстали, потому что не могли быстро ехать из-за распутицы. Мы продвигались вперед, а вокруг валялись трупы людей и коней. Наши кухни остались позади, и мы впроголодь прогрызали наступление. Грязь, пот, кровь и голод были нашими постоянными спутниками. Но мы не отступали, двигались вперед, уничтожали немецкие точки, немецкую пехоту. И уже 23 ноября наш Донской фронт соединился со Сталинградским. Это было радостью для нас, хотя радость эта далась большой ценой. Много ли вы потеряли товарищей при Сталинграде? В Сталинграде одного за другим мы лишились 2 командиров батарей, и только третий с нами дошел до конца операции. Тогда мы потеряли 4 орудия и больше половины состава батареи. Многие были убиты, многие ранены. Командира орудия, которого ранили в живот, я перевязал и оттащил к санитарам. Товарища, который был рядом со мной, тоже убило. В городских боях злополучный выстрел снайпера забрал у нас командира полка майора Орехова. Я и все мои однополчане тяжело пережили эту утрату. Всю войну рядом со мной ходила смерть, но в эту битву она дышала прямо в лицо. Как победа помогла Советскому Союзу? Победа позволила нам начать контрнаступление и уничтожить год немецкой прибыли. После того, как немцы проиграли эту битву, мы знали, что они не смогут вернуться, а мы продолжим давить их до самого Берлина. Не смогут они больше зверствовать на советской земле. Они не получили Сталинград, не сломали советский народ.
Thanks to these answers from Ivan, more light has been shed on Operation Uranus. The opinion of the soldier has provided more insight about the operation and how it was a turning point in the Eastern Bloc. Hopefully, this served as a reminder that the Red Army should not be underestimated, and make sure to support your local war effort. Stay tuned for more victory newscasts, and stay strong. This will be over very soon.